служил, он ночевал в казарме. У меня была возможность его, ну, дома был, все, а вот, что ты знаешь, нет? Александр, а где служил? Артиллерия у нас в городе. Специальная спортивная рота, просто как призовой. Нет, там был в спорте, но он был со всеми. Как он был со всеми. Понятно. Какие-то не было. Может быть, вопросы какие-то есть? Ребенка своего отдадите в кикбоксы? Обязательно. Именно в кикбоксы, да? Ну, на самом деле, я не буду прививать ему именно любовь именно к этому виду спорта. Потому что он выглядит для себя, кем он будет заниматься. Ну, спорт это обязательно. Ну, я считаю, что да, это в любом случае нужно для человека. Да, слушайте. До скольки лет вы планируете заниматься кикбоксом? Планирую. На самом деле, вот когда я встану утром и пойму, что мое тело говорит, мне хватит, тогда я закончу. Боев было достаточно много, я уже сбил счет, я думаю, больше 200 уже, но я уже их не считаю. А сколько у вас кубков? Кубков очень много, и они хранятся уже не только дома, но и в зале, хранятся уже в ящиках, потому что их, ну, на самом деле очень много, и это уже просто эстетически некрасиво, это просто как запомлено. Следующий вопрос. Да. Чем занимался? Ну вот на самом деле, любая смена деятельности в спорте – это отдых. То есть сейчас я занимаюсь, бегаю, у меня есть велосипед, я катаюсь на велосипеде летом, плаваю, катаюсь на сноуборде, стараюсь заниматься разными видами спорта. То есть любой вид спорта развивает нас, и мы становимся гармонично развитым человеком. То есть это в любом случае помогает, идет какой-то перенос других качеств именно на мою специализацию, на мой вид спорта. Я вам советую не замыкаться на одном, а развиваться в разных направлениях. Да, слушаю. Конечно, этот страх присутствует до сих пор, даже, знаете, ко мне многие подходят, спрашивают, боюсь ли я. Да, на самом деле это нормально, и этого не нужно стесняться. Каждый человек боится. Нужно понимать, что тот, кто выходит против вас, тоже боится. И просто нужно победить этот страх. Кто победит сам себя до начала боя, тот и выиграет. Да, слушай, у вас дети есть? Детей пока нету. А что? Самый сильный соперник. На самом деле очень много было достойных соперников. И сложно выделить кого-то. Были очень сложные бои. Вот как раз этот красный пояс лежит. Это был бой в Москве. Бой за титул, ну как, бой, матчевая встреча России против сборной мира. То есть был француз, чернокожий, Багариту Анкара. Это был пятираундовый поединок, профессиональный бой. Очень сложный, спорный поединок, но единогласно решение судей отдали мне победу. Это первый, да, такой успех, сейчас мы что-то берем, Саша. Самый такой момент, что это был бой 14 июля, день рождения Саши. Он боксировал с французом и день взятия Бастилии, кто историю знает. Точно. Ваш сопровождающий тоже был. Это мой воспитанник. Нет, просто вижу, что по стойке на стойке. Александр, можно задать вопрос? Занятия спортом. Какие у вас новые качества открыли, которые помогли в дальнейшем жизни от спорта? В учебе, в личной жизни. Ну, прежде всего, это организация. То есть, знаете, если ты умеешь организовать, то есть, порядок дня, вовремя лечь спать, вовремя покушать, вовремя сходить на тренировку, то будет правильная подготовка. Соответственно, уже во время жизни пытаешься также правильно, четко распланировать свой день. Систематичность, то есть, знаете, какие-то, знаете, волевые качества, уверенность в себе прежде всего. То есть очень много, на самом деле, разных качеств, которые развивает именно спорт, не только кикбоксинг, но и любой вид спорта. То есть я считаю, что в подростковом возрасте особенно, детям, которые не уверены в себе, которые чувствуют себя как-то неправильно в коллективе, нужно заниматься спортом. Давай, наконец, задай вопрос. Сколько у вас было проигрышей? Проигрышей было тоже достаточно. Не очень достаточно. На 3 года, я сейчас скажу точно, около, Саша сейчас, около, сейчас точно, если взять у него, где-то у него 200, если 200 поединков,
У него проигрыш получается 14. Почему? Потому что было, когда у него 120 поединков, у него... На самом деле, мне очень нравится художественная литература, в том числе очень понравилась книга любимых писателя Дюма «Граф Монте-Кристо». Всем ее рекомендую, очень интересная книга. Также Пауло Коэльо очень читаю. То есть, на самом деле, на сборах есть время читать, и читаю достаточно, ну, стараюсь читать книги, достаточно много уже прочитал. В любом случае, нужно читать, нужно развиваться в этом направлении тоже. Давай, что не надо читать печатную литературу. Уходить от интернета, потому что там доводят вам искаженные данные, которые могут привести к каким-то террористическим мероприятиям. Видите, на сегодняшний день, что творится в стране, да? Вот, значит, представлю. Это Павел Александрович Курманов, член общественной палаты Приморского края, также член антитеррористического комитета при губернаторе Приморского края. Еще раз хотел обратить внимание, что выйти из просторов интернета, не уподобляться социальным сетям, не вступать в группы, а все советоваться с родителями, не с товарищами, с мудрыми родителями, которые никогда вам плохого не посоветуют, о какой-то глупой мысли, о увиденном им, в первую очередь, докладывать, они рассудят, они скажут. И развивать себя не в социальных сетях, не в играх, не атрофироваться, не прокачивать своего героя, которого у вас украдут, не свой танк, а прокачивать именно себя, становиться сильнее. То, что вас не заберут, это вы, это ваше, что вы развили, что вы стали сильнее, что вы стали умнее. В первую очередь, учите историю, географию, любите нашу страну, слушайте педагогов, ведь то, чему вас научат в школе, с этим будете дальше жить. Так вы будете воспринимать жизнь. Так вы будете воспринимать мир. Хотелось бы попросить вас в очередной раз любить родителей, любить ближнего товарища, занимаясь спортом, помогать ему в беде. Не глумить его и надсмехаться над ним. А вы становитесь сильнее и выше над другими, когда возьмете и поможете ему сделать это. Вот это голова. Любить нашу родину и слушать родителей. Спасибо. Давайте сделаем фотографию. Фото с каждым.